Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале «Светлый гороскоп», и с вами я, ваш личный астролог Борисова Светлана Станиславовна. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о предстоящей неделе. С 17 мая по... Давайте, наверное, рассмотрим по 26 мая. Немножко побольше возьмем дней, потому что 26 мая у нас с вами начинается коридор затмений. Поэтому вот до коридора затмений мы с вами поговорим о предстоящих днях. Я скажу в общих чертах про все эти дни, не выделяю конкретно каждый день, выделю только единственный день, 21 мая. 21 мая, этот день, конечно же, не стоит садиться за руль, не стоит подписывать какие-то важные договора, сделки проводить, знакомиться с противоположным полом. То есть вот 21 мая запомните этот день и не начинайте никаких дел, не подписывайте договора. То есть вот такой вот этот день лучше вообще в тишине, в спокойствии встретить, может быть, какой-то расслабляющий чай выпить, расслабляющие процедуры принять, ванну с солью, с морской. То есть вот таким образом 21 день у нас проходит. Что касается остальных дней, то они будут переполнены любовью, финансами. Ну и также, конечно, нужно заканчивать какие-то, вести переговоры, подписание договоров. Почему? Потому что 26 мая у нас с вами начинается коридор затмений. И тогда уже этого всего нельзя будет делать. Вот сейчас у нас оставшиеся денечки для того, чтобы решить какие-то деловые вопросы, подписать договор, пересмотреть, но читать, еще раз хочу сказать, на фоне Нептуна. Нептун — это такая размытая планета, дает неясности. Еще, знаете, хочу сказать, что здесь нужно больше не умом думать, а именно чувствами, интуицией, интуитивно чувствовать, что вам нужно, какие-то сделки совершать, покупки, подписывать договора, но это нужно уже завершить. Кстати, это прекрасные дни будут для знакомств. Сейчас у нас растущая Луна и Венера в помощь нам всем для знакомств и финансовых вопросов. Потому что 26-го, уже когда у нас начинаются затмения, коридор затмений, там уже этого делать ничего нельзя. И мы готовимся к роковым событиям в нашей жизни. Обычно по затмению с 26 числа, я, конечно же, запишу отдельное видео на эту тему, но 26 числа... начинается коридор затмений, а в коридоре затмений обычно происходят какие-то роковые события. Это бывают и роковые встречи. Вот, но что такое роковая встреча? Вот многие путают, если же считают роковая встреча, значит, на всю жизнь с этим человеком будешь вместе. Нет, ребятушки. Роковые встречи, роковые изменения – это когда нам дается этот человек для какого-то урока, чтобы мы поняли, что нужно сделать в этой жизни, чтобы либо этот человек нас чему-то научил, либо мы научили этого человека чему-то. Но обычно в затмение мы сами ничего уже не сможем сделать и повлиять ничего не сможем. Вот сейчас как будто бы мы с вами стоим, знаете, на тверди такой, на твердой тверди, когда еще можно на берегу решить какие-то вопросы. А потом мы с вами отправляемся в такое свободное плавание, как вот кораблик, да, без курса будем плыть по течению, куда занесет. То есть все будет решаться на небесах за нас. Мы никак не сможем уже что-то изменить в этой жизни. Поэтому до 26-го мы еще что-то можем решить и что-то сделать, а вот уже после 26-го там уже будет решать все за нас, как говорится, все небеса, все на все воля Божья. Ну вот такие вот, в общем-то, события будут в предстоящие дни. Сильно не хотела бы вам конкретно по дням, потому что хотелось бы именно по общей сфере. Но если бы вы хотели, чтобы я рассказывала именно конкретно по дням, напишите мне в комментариях, какая вам информация больше нравится. Либо я рассказываю в общем о предстоящей неделе, либо же конкретный день я выделяю, чтобы вы записывали. Но все-таки из этих дней я
бы из предстоящих событий выделила один день, еще раз повторю, 21 мая, когда ничего нельзя предпринимать. Надеюсь, эта информация была вам интересной и полезной. Не забудьте пальчик кверху и слово «благодарю». Я вас всех очень люблю и желаю всем мира, добра и счастья. Верьте в мечту, мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. Всех люблю, всем пока-пока.